Муниципалитет полностью завершил контрактацию по дворовым территориям в рамках программы «Столица». Остался последний контракт по благоустройству улицы Якутская. Это самый сложный и дорогой проект, общей стоимостью более 50 миллионов рублей. Поэтому градоначальник решил сегодня проверить, как идут работы на этой улице. Здесь будет детская площадка, много парковок, потому что автомобилей здесь много. Замена асфальтобетонного покрытия, замена контейнерных площадок. Но у меня волнение в том, что материалы, которые используются на строительстве, они все находятся за пределами города Магадана. Ничего практически, кроме асфальта, на территории города не производится. И сейчас нам нужно отработать вместе с подрядчиком дорожную карту по поставке сюда материалов, малых архитектурных форм, детских игровых комплексов. Вот. Ну и решить много вопросов, которые возникают, в том числе и вот по вот этой террасной надстройке, которая формирует детскую площадку. До окончания срока сдачи всех работ в этом районе осталось около 2 месяца. И дальше можно будет проводить только монтажные работы по оборудованию, освещению. Новоасфальтированное покрытие, которое в скором времени появится здесь на проезжей части, будет общей площадью более 4000 квадратных метров. А на игровой детской площадке будет уложено травмобезопасное покрытие.